Привет, ребята, это Алена. Сегодня с вами говорим про здоровые сосуды. Очень-очень у многих, у молодых, у пожилых есть проблемы с сердечно-сосудистой системой. И я всегда акцентирую внимание на вот какие моменты. Во-первых, для того, чтобы улучшалась микроциркуляция, важны не только коллаген, белок, но есть еще и дополнительные моменты, которые укрепляют вашу сосудистую историю. И здесь мы говорим про базовый комплекс. Это витамин С, который обладает просто антиоксидантным свойством. Лецитин, который входит в структурные мембраны и является мембранопротектором. Дальше мы говорим про... Конечно, омега-3 входит в состав мембран клеток мозга и сетчатки, благотворно влияет на нервную систему и, соответственно, является противовоспалительным моментом и снижает агрегацию тромбоцитов. Соответственно, это очень важная история, которая будет поддерживать... Убери свои волосюндры. Поддерживать вас внутренне. Соответственно, если мы про сосуды говорим, то здесь не только движение. Очень важно начать антиоксиданты и минералы. Витамин Е ежедневно, витамин С ежедневно, омега-3. Смотреть на питание, но стараться давать себе тоже ежедневно. И поддержка, если нужна, женского гормонального фона. Это тоже бывает, происходит из-за того, что гормональный фон снижен. Если есть вопросы, пишите вопросы, я с радостью отвечу, потому что когда спрашивают, как поддержать сосуды, я всегда говорю, этот минимум, лецитин, витамин С, витамин Е, омега, грипайн с протекторами, и еще очень часто я добавляю в эту схему коэнзим. Помимо этого, я напоминаю, что сосуды нуждаются в суточной норме белка, в чистой водичке и в движении. Соответственно, пишите мне вопросы, я с радостью вам отвечу и подскажу вам, как создать программу.